Центральный банк России официально объявил, что рубль будет привязан к золоту с 28 марта 2022 года. В связи с этой новостью последние несколько дней из Германии в Россию поступает все большее количество запросов на покупку рублей, причем физиками и не только русскоязычными. Глобальный интерес к отечественной валюте начался после решения России о переводе оплаты за газ в рубли, а также то, что привязка рубля к золоту в данной пропорции по текущему международному курсу конкурирует с биржевой международной ценой в 60 долларов за грамм. Хотя говорить о привязке рубля к золоту еще рано, поскольку Центральный банк всего лишь объявил о том, что будет покупать золото у коммерческих банков за рубли по фиксированной цене в течение ограниченного времени. При этом банк не обещал продавать золото за рубли по фиксированной цене. Тот, кто приобретает рубли в надежде на обмен их в дальнейшем на золото по какому-либо заранее известному курсу, он, наверное, все-таки ошибается. Поэтому данное решение, оно отнюдь не означает какой-либо долгосрочной привязки рублей к золоту и тем более не означает возможности обмена рублей на золото. По словам эксперта, данное локальное решение не особенно повлияет на экономику, поскольку оборот золота не настолько велик по масштабу всей экономики России. Однако, если привязка будет сохраняться в долгосрочной перспективе, то это приведет к более устойчивому курсу рубля. Они гарантируют, что курс этот не будет колебаться в ту или другую сторону. Думаю, да, это в какой-то степени позитивно, но не настолько сильно влияет на экономику. Сайфина Алина, Универньюз.